26 апреля состоялась встреча юных учеников лицея имени Лобачевского с организаторами форума «Наш Татарстан». Иван Бортник, советник генерального директора Фонда содействия инновациям, отвечал на вопросы ребят и рассказывал о тенденциях развития цифровых технологий. Сергей Юшко рассказал о деталях молодежного форума. Мы приглашаем детишек туда, отвезем, покажем им компании-экспоненты, покажем вообще, что такое венчурный бизнес, для чего это, как. Расскажем о программах Фонда содействия инновациям, для того, чтобы они уже сейчас вошли не только в олимпиадную деятельность, но, может быть, кто-то захочет и изъявит такое желание стать инноватором и посмотрит программы Фонда содействия, оформит какие-то заявки. Я знаю, что при Федеральном университете создана школа, которая ориентирована как раз на Фонд содействия инновациям. Лицеисты презентовали собственный научный проект организаторам форума. Ученики проводили исследования, опросы и предоставляли результаты в графическом виде. Мероприятие проходило в рамках деловой конференции. Ребята отвечали на уточняющие вопросы Ивана Бортника о своих инновационных проектах. Вы сколько вот такой проект готовили? 3 месяца. 3 месяца. После конференции организаторам форума устроили экскурсию по исторически важным местам, где в ходе диалога с сотрудниками учебного заведения выяснились интересные факты. Напомним, 27 апреля пройдет финал форума «Наш Татарстан». Участники получат возможность презентовать свои проекты, получить грамотную оценку и в отдельных случаях государственную поддержку на реализацию идей. Влада Крайнова, Ленар Давлетьяров, Универньюз.